Буэнос диас, перцы. Един рассвет снова заряет ваши экраны. А это значит, что мы продолжаем катать NFS Most Wanted. Усаживайтесь поудобнее, берите хавчик и делайте громче. Будет весело, поехали! Напомню, что на данный момент мы раскатываем в блин номера 12 в черном списке. Вот эту вот пиздищу. А уже по маленькой традиции... Новая серия началась ровно на том же месте, где кончилась предыдущая. Просто поймите меня правильно. Я тоже работающий человек, поэтому я снимаю в свои выходные и штампую кучу серий одним днем. Поэтому не удивляйтесь, что я так четко попадаю в эти моменты. В общем, нам надо заехать 4 гонушки. Так, 4 гонушки. Пари и рейтинг мы сделали. Так. Секундомер. Еще секундомер. Можно, наверное, в спринтет заехать. Хотя, в принципе, проще было бы это делать на супре, я так полагаю. И, блядь, секция прыжка не открыта. А вот тут уже можно повыебываться. Опс. Хуяк. И поехали. Ну, сами понимаете, это очень тонкие материи. Сильное колдунство используют такие вот средства. Так. Чуть-чуть придется боком, надо похуй. Сегодня, наверное, проходим 4 гонки, натягиваем боссика. Ну и, в принципе, все на этом. Надеюсь, что серия опять-таки сильно не затянется, потому что я в рот ебал заливать их пачками. Но это если так, между нами говоря. Какого, сука, лешего, вы это видели? Я уперся в бочку. На чем ты там едешь, петушок, на Лексусе? Да, ну в итоге пизда, я тебе рассказываю. Точно, блядь, у нас же сейчас Рыкса откроется. Прикиньте, если мы ее сейчас выбьем. Бля, 2005 год, какая же сука ностальгия. На нахуй. Че, не ждал? Педаюга. Бля, это был загадочный гейский жух. Еще один. Бля, ничего, вдвоем на Лексусах езжу? Я что-то еще нихуя не понял. Как Кадиллак. Блядь, смакивает на Габеллу. Меня спасет только чудо. Ах ты ж, сука, мудила с кадилом. Так, блядь.
что они быстро нагоняют, не находите? Хуйня какая-то, по-моему. Ах, ты же загадочный гомосящий брынь. Вжух. Ветер харю, я хуярю. Блядь. Ебучая трава. Так, первая гоночка пройдена. Давайте-ка попробуем заехать на 402. Сейчас-то и будет ебучий учебник, поэтому минус уши. Ну чё, блядь. Поехали, щенки. Невероятно, блядь, я прошел драк с первого раза. Привет, пешеход, это Рейзер. Я тут уже без тебя заскучал. Кстати, твоя тачка передает привет. Кажется, ей больше. Мне похуй, чувак. Бэха все равно будет моей. Поэтому соси песос. Так. Истреблятель. Истреблятель. Это будет третья гонушка. Эклипс, фиат и какой-то там мерин. Первоначально обогнать орков. Ногами не путались. 203. Я создал себе солидный отрыв. Хуяся поворотит. Опасно, блин. Так, ехаем дальше. Это на кого-то нам колечко должно было упасть. Ну, мне, как обычно, пол. Часто наркоманы полезут изо всех щелей. Я вот вам рассказываю. Вот первый. Двести тридцать нахуй. Че, не ждали, суки? Да, я такой. Так. Восемьдесят три. Ну, блять, это был теоретически максимум. Ну, набираю я их довольно лихо. Перевес 58 км от ближайшего.
сына, блядь. Это вообще въебался хуй пойми где. Надеюсь, я на винный места альты не нажму. Чпок, еще 190. Без 2800, заебись. Отрыв все растет, уже там под 70. Блять, это было больно. 28, блин. Ну я же все равно затащил. Так, третья гоночка готова. Так, кольцо. Два секундомера и спринтец. Бля, ну давайте спринта. Ну, в принципе-то, чё я теряю? Только то, что на мусоров могу нарваться, ну да похуй. Лотус, Супринч, Эвик и эта хуйня. Клипс, который... Лопус, он, сука, ивы. На нем охуенно уходить от ментов. Бля, ебать, у них там свалка образовалась. Пока я тут, понимаешь ли, уябываю с конусом на капоте. Меня пытаются нагнать. Ну, мне похуй, у меня отрыв полкилометра. А вот это уже больно, потому что въебал дождина. Я сейчас начну собирать все столбы. Просто потому что я — это я. Здесь у меня 200 средней скорости. Сука, без одного КМЧ. Бля, у кого-то там басуха наваливает во дворе. Рухарю, я хуярю. Нет, 200 мне не проехать. О, мусорка. Я еду точно на нее. Здорово, копать. Сразу бью. Они не захотят пропустить эту погоню. Подтверждаю, 10-4. Догнал того Шумахера. Сейчас разберемся. Код 3, повторяю, код 3. Он и не думает тормозить. Делать мне больше нехуй. Че, пацаны, куб подрочим. Или сразу съебем. Да, все-таки сразу съебем. Как ты въебал его, не касаясь. Сейчас.
Орки ебаные. Диспетчер, нужно подкрепление. Все свободные машины. Срочно. Щенок, блядь. Право, 3-3. Подкрепление уже выехало. Сосредоточиться, не выпускать объект. Нахуй, нахуй. Продолжаем код 3. Он прорвался. Да пошли вы нахуй. Винтовка, это праздник. Нарушитель скрылся. Следуй в прежнем направлении. Все летит пизду. Он ушел, но недалеко. Проверьте. Че, съели орки ебаные? Внимание всем. В последний раз объект двигался на восток, через разрядку у стадиона. Немедленно отцепляйте этот район. Он не мог уйти далеко. Сука. Бля, на этих черных тачках это не копы, это гопы, нахуй. Сука, губкомпания растет. Авария, авария, объект только что таранил вас. Давайте скорее, сближаемся. Да ёбаный шпит. Вот это сейф. На нахуй. За мной там еще один геопарь. Кидером стадиона там взять. 10-42. Приступаем к задержанию. Я его, в принципе, как бы не могу здесь выебать осторожно. 10-36. Мне слегка помяли бочину. Собирается ехать прямо по стадиону. Да не собираются, а ездят. Хуяк. Эй, где он? Моя остановочка, пацаны. Сука, опять орк. Внимание. Прежде чем скрыться, нарушитель ехал на восток через разрядку у стадиона. Указанный район будет оцеплен. Код 6 не отменять. Диспетчер, это 2 Дельта 4. Высылайте 10-8-5. Я один в районе. Да мне как поебать. Диспетчер, у нас похожая машина, ждите. Уху! Бля, было жарко. Ну как? Если тут такое веселье, то что же будет в Рокпорте, а? Кстати, Рейзер тут мутит воду, но ты не волнуйся. Кажись, у тебя проблемы с кошечкой по имени Исси. Она все уши мне прожужжала, что ты тормоз, и место тебе в Розвуде. Ща я ее натяну, пацаны. Спринт и кольцо. Бля, ну в принципе норм. А, блять, это то самое кольцо, где она вечно въебывается в заправку. Блять, ор нахуй. Бля, короче, будет весело, пацаны, готовьтесь. Праздник, все летит в пизду. Блять, опять этот баг. Прыг нахуй. Хотя, по идее, оно в прошлый раз боком подъезжало. Кстати, я вовремя ушел от мусоров. У меня осталось ровно одно деление до статуса погони 3. А там будет 15 уродов, и ни на чем-нибудь, а на ебаных Pontiac. Которые явно заставят меня продрестаться как следует. В любом случае, нам сейчас беглу ебашит. В следующей серии, правда. Потому что хронометраж, опять-таки, я стараюсь не затягивать. Похуй, что я снимаю одним днем кучу серий. Потому что по моим планам вот эта серия, которую вы сейчас смотрите,
вышла где-то ближе к концу месяца. Хотя снял я ее всего лишь 3 числа. То есть на календаре сегодня 3. Но смотрите вы ее, я хуй знаю, когда ближе к концу где-то месяца. Мне сейчас просто лень высчитывать в полугонке. Ну, имейте в виду, что как-то вот так. Еще один загадочный гейский прыг. Фух, чуть не втемяшился. Разрыв в 12 хуйцом секунд, это говорит о многом, потому что у меня 600 метров отрыва. Я что могу? Ха-ха-ха! Нихуя, что я могу, оказывается. Блять, я-то думал, что мне сейчас все пиздец. А ну, вон как вышло. Винтовка, это правда. Все летит в пизду. Пизду. Ну что, поехали, второй заход. Кинем этой сучке вторую палочку, если вы понимаете, о чем я. Да, политкорректность — это не мое. Шутки про еблю, про гомосеков, про все, что, как, на что обычно не шутят. Гороскоп подсказал лысому ребенку причину смерти. Да, тонкая шутечка. Эх, ну черная. Пиздец какая. Офигеть, больные онкологии, это что-то. Зря отдал вон. Ладно, не будем о грустном. И вот так осталось недолго. Зачем растрачиваться на грустные вещи? Где-то тут она обычно уёбывается. Но получилось так, что чуть не въебался я. Опять ебучий дрип. Так, но с другой стороны у нас еще есть второй круг. В общем, можно и отыграться. Вы же помните, с каким хорошим, блять, отрывом мы надрали жопу этой сучке в прошлой гонке. Только пока получается так, что влом жопы делают мне. А мне это нихуя не нравится. Блядь, какой-то век я прошел этот поворот относительно чисто. Да, против Рексы мне тяжело на Эклипсе. До насупря, я думаю, было бы не легче. Загадочный гейский жук.
Гороскоп подсказал мальчику, от чего он умрет. Все потому, что он родился в середине июля. Блять, видимо, черные шуточки как-то не пошли мне на пользу, потому что отрыв как-то стремительно растет. И мне это нихуя не нравится. Я же не знаю, вперчиваю, на чем свет стоит, просто как могу ебашу. Давай, блять, ведро ебаное. Ебучие глаза. Че уехал, хуй пойми куда. Не, ребят, это Габелла. Я в рот ебал. Так, третий круг заезда. Что-то как-то хуйски у нас получилось, не находите. Хуйная какая-то трасса. Вот это я понимаю разъеб по фактам. Мне необходимо было тормозиться, чтобы срезать уголок. И перестать наконец дрифтить, блядь. Блять, все-таки выпрыгнула. Как блядота, а? От количества пота я даже заткнулся. Да какого, сука, хуя? С другой стороны, я обогнал эту шкуру, когда ехал на двух колесах. По-моему, получилась бы забойная ачивочка. Блять, Рексай за оборотистости выигрывает в скорости разгона. А поскольку роторный мотор явно легче поршневого, она еще может уделать тебя по энерговооруженности, о которой я говорил в одной из подкуп серий.
Сидеть, сука. Сидеть, блядь. Косорылая. Пиздец, она поперечная. Опять не раскидала. А ты еще вела. По идее, поумнее. Объехал этот острый угол. Подмывай пизду, блин, ноги, ибо я уже в дороге. Бля, почему он так любит это место? С другой стороны, мне сейчас натурально дышит в сраку. Малейшая моя оплошность, и я второй. А это уже четвертый круг предположенных, между прочим. Поэтому, честно, я в рот ебал перепроходить трассу. Третий раз, поэтому... Переходить в повороты почище и сжигать больше азота. Блядь. Нихуя. Поздно слишком включил, могу избежать удара. Ну вот, блядь! А нихуя! Позвольте-ка сказать. А нихуя! Нахлобучено! Так, в прошлый раз тачка была слева. Здесь открою центр. Хуй. Справа. Хуй. Блять, опять слева, что ли? Какого лешего? Кричонок. Так, нахуй. На этом я предлагаю сделать паузу. И так уже хронометраж за полчаса вышел. Фу, было жарко. Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте и прочее. Вы сами знаете, что делать. Ну а пока.